Новий рік, свято цьогоріч, котре святкуватимемо не так, як завжди. Як це пояснити дітям і як вберегти дорослим себе від депресії? На всі ці питання шукатимемо відповідь разом з доктором медичних наук, практикуючим психіатром Костянтином Шевченко-Бітанським. Мене звати Анастасія Поверчук і це проєкт «Новини Лайв». Костянтина, вітаю. Дякую, що завітали до нас. Здравствуйте. 2022 був дуже складним не лише для одеситів, для людей, котрі люблять свято, а й для всіх українців. Одеса сьогодні не така, як завжди. Тут немає ні ялинки, немає святкових вогнів і немає туристів, які зазвичай приїздили сюди за святом. Чи взагалі варто святкувати цьогоріч і чому? Розкажіть нам, будь ласка. Праздновать в таком масштабном слове, я думаю, не стоит. Потому что это напоминает первое время чумы. А другое дело, что и без праздника мы, мирные горожане, мирные жители, мы не должны оставаться. Ведь наше психическое состояние лежит исключительно в наших руках. И без отвлечения, без какого-то ощущения радости на душе, я думаю, что оккупанты получат то, что они хотят. Они разрушат вот этот тыл, который помогает нашим бойцам. Это и экономика страны, да и наш моральный дух, в общем. Поэтому праздник должен остаться. Должен остаться он в каждой семье, он должен остаться в сердцах наших маленьких детей. То есть они должны также продолжать радоваться этому Новому году, приближающемуся. Но все правильно делает руководство нашей страны и городов, как то, что они отменяют и елки новогодние, и, понятно, салюты, само собой разумеющиеся, и гуляния. Меня очень возмущали поначалу, когда уличные музыканты собирали на Дерибасовской огромное количество людей, и все танцевали, в то время как в Николаеве погибали люди. Поэтому неоднократно высказывался. Вот это нельзя. Ви сказали, що не варто. Що варто зробити, щоб зберегти навколо себе ось такий ореол нібито звичайного свята, як завжди. Тобто не втратити оце відчуття дива для дорослих. Тому що сьогодні багато дорослих, так, батьки, вони розлучені, дехто буде зустрічати ці свята взагалі за кордоном. Особливо це жінки з дітьми, котрі тікали від війни. Їхні чоловіки, їхні рідні, там бабусі, дідусі залишились тут. Як зберегти ось цей спокій? Ну, діло утопаючих рук, спасіння утопаючих – діло рук самих утопаючих. Поэтому, естественно, ставим елки, естественно, готовим праздничный ужин, естественно, слушаем президента, включаем новогодние фильмы, поднимаем себе настроение. Благо сейчас современная развитие телекоммуникации позволяет нам созвониться с нашими любимыми, где бы они ни находились. Мы, естественно, остаемся с надеждой, что свет будет, да, что на Новый год никаких блэкаутов не будет, и мы сможем со всеми связаться, и выдержит наша сеть, которая, в принципе, в мирное время меня очень выдерживала, но надеемся, что в этот раз все получится. Новогоднее чудо, оно случится. Мои рекомендации – это, конечно, собраться с близкими, те, кто есть рядом, те, кому можно поехать и устроить. Очень многие же ведь празднуют Новый год где-то с друзьями, где-то там на вечеринках. А вот это сейчас тот период, когда мы особо остро нуждаемся в неприятельских, а родственных объятиях, когда за шумным столом будут объединены семьи, разные поколения, и вот эта поддержка, мне кажется, что она должна вот эту нашу незламность сделать еще более незламную, да, такое вот семейное объединение. И, конечно же, саморуч и Деда Мороза сделать для ребенка, благо тоже сейчас можно, мне кажется, взять и костюм, и подарки купить, и таким образом самого ребеночка, собственно, порадовать и показать ему, что несмотря ни на что, несмотря ни на какие обстрелы, несмотря ни на какие горести, праздник, он рядом, магия есть. Ми торкнулися цього питання щодо дітей, тобто ми
розуміємо і маємо вже відповідне питання, що для дітей варто зробити свято, щоб вони відчували, що ось є такі дати, і ми їх привчаємо до того, що треба святкувати, і як саме ми це показуємо своїм прикладом, як взагалі зараз дітям пояснити те, що ну, це війна. І багато хто не зможе собі дістати того самого костюму, хто не зможе одягти там чи принести мішок з подарунками. Діда Мороза не буде. Як дитині говорити з дітьми, проводити якісь розмови і говорити, що ну почекай, закінчаться обстріли. Там ми в Херсоні відсвяткуємо пізніше. Здесь нужно, как и во всем, как и в вашем, касательно вашего вопроса о празднествах, важна гармония. Естественно, что там те люди, которые не могут себе это позволить в социально-бытовых условиях, в военных условиях, конечно, они не должны изгаляться, и это ясно. Но какой-то минимум дать ребенку. Ведь дети, они значительно менее требовательные к тому, что к этому празднику, чем мы взрослые, да? Ведь помните, в нашем детстве мы игрались, в моем детстве, еще не было тогда. В моем детстве у нас было, я не знаю, там две палки, лужа, да и в принципе уже на целый день родились развлечения. То есть ребенок может в каких-то, да, минимальных условиях увидеть праздник. Поэтому, конечно, родителям все равно нужно что-то да постараться для него сделать. И тот же стих, чтобы ребенок рассказал, и тот же получить какую-то мандаринку за это, там, где настолько тяжело. Касательно войны, как объяснить ребенку о том, что война, и мы сейчас не можем, тут зависит от возраста ребенка. Безусловно, ребенку 3-4 лет ничего объяснять не будешь. Шестилеткам нужно без страха постараться это все объяснить, ведь если большая обезьяна боится, то что мне маленькой обезьянке делать, да? И когда ребеночек не видит уверенности во взрослом, то я боюсь, что приведет к психологическим проблемам. Поэтому объяснять нужно максимально спокойно, рассудительно, с пониманием у ребенка, что есть выход, что все будет хорошо, что все будет нормально. Более взрослые детки, я думаю, что уже и сами все поняли и готовы прикрутить свои пожелания. Все це падає на плечі батьків, і на них взагалі зараз така ноша. Складно взагалі переживати це все всім українцям і в сім'ях також це складно. Як зберегти ось цю гармонію і покращити статистику розлучень зараз, можливо, в країні? От, можливо, це новорічне диво зробити самому собі, щоб зберегти свою родину. На фоні того, як скільки відбувається смертей, звісно, не хочеться, щоб сім'ї розрушались. Но давайте так, Анастасия, если семья не смогла пережить катаклизм, то не настолько это крепкая семья. И я не уверен, что когда бы пришли бы к, это, не знаю, я как пример привожу, я сейчас не пытаюсь там, сделать женщин чем-то ужасным, но там, допустим, да, если мужчина женщина не выдерживает и уходит от мужчины там, вот, в период военных действий, да, когда сложно, да, то совершенно не обязательно, что она бы не ушла бы, если бы там, для того же мужчины в мирное время случился бы там, финансовый коллапс. Там, да, или там, мужчина, нашедший себе, я не знаю, там, любовницу в военное время, там, тогда, когда женщина уехала за кордон вместе с ребенком, ну, это говорит о мужчине, и поверьте, он точно так же совершил бы и в мирное время. Просто война стала катализатором, она стала триггером, да, для каких-то реализации личных внутренних страхов или, может быть, наоборот, тяг к чему-то. Она показала, кто есть кто на самом деле. И я думаю, что зрители согласятся со мной, что многие друзья в трудную минуту отсеялись, а люди, от которых ты никогда не ожидал помощи, вдруг они пришли и помогли. И ты начинаешь переосмысливать вообще свое общество. То есть мы дійшли до такого висновку, что не варто тягнути ось цю ношу, якщо вона дійсно для когось стала не такою, що неможливо підняти. Тому, якщо ці стосунки не мають майбутнього, краще завершити. Так, да, звісно.
Крайне не рекомендую, конечно, женщинам, если они сейчас послушали, такая, да, давно хотела от него уйти, а он находится сейчас на передовой или там, на войне, то это крайне неприлично и крайне будет подло, если бросать любимого тогда, когда он находится в армии, потому что ну, это, он и так сейчас находится в подвешенном состоянии, он не знает, завтра, может быть, прилетит пуля, а тут так она прилетела от вас еще и со спины. Поэтому, конечно, лучше стоит дождаться, когда он вернется, и уже потом решать свои проблемы. Всі питання є актуальними, коли вони на часі. Гадаємо, конечно, що наші глядачі теж прислухаються ваших порад. Напередодні Нового року, як себе налаштувати на позитив, незважаючи на блекаути, на обстріли, на величезні втрати з нашої сторони? Як втриматися на плаву от цієї нормальності, котру диктує нам війна сьогодні? Жить. Будет ответ короткий. Объясню вам. У меня очень много пациентов, которые сейчас зависли в состоянии отложенной жизни. Давай после войны. Давай в кино сходим после войны. Давай поженимся после войны. Давай я поеду куда-то после войны. Ну, там, мужчин там призывного возраста не касается, но вообще. Да? Все дела откладываются на потом. И доходит вот до каких-то социально инвалидизирующих вещей, то есть и повышение я буду выбивать после войны, и на работу другую буду переходить после войны. Все после войны. И человек себя помещает в какой-то такой, знаете, безвоздушный шар, в котором вот он как-то завис, вакуумный, да, и все, что проходит вокруг него, оно его перестает касаться. Человек существо, во-первых, асоциальное, б, которое стремится постоянно к развитию, и когда этого нет, психика начинает страдать. Он начинает чувствовать себя неуверенным все более и более, он начинает чувствовать себя несчастным. И хочется порекомендовать начинать жить, начинать прекращать строить планы, начинать их и выполнять. И тогда многое поміняється ваша життя і, може би, навіть повернеться на предвоєнний період. Костянтине, дякую вам. З вами був проєкт «Новини Лайф» і я, Анастасія Поварчук. Залишайтеся з нами, пишіть нам коментарі, ми разом шукатимемо на них відповіді.